Друзья, всем доброе утро. Сегодня мы с вами приготовим ПП-салат на основе фруктов, имбирного соуса и творожного сыра и сыра дорблю с голубой плесенью. Нам понадобится салат романа. Виноград. Красный без косточек. Хаотично разбрасываем по всей тарелке. Груша. Нарезаем ее на такие вот сегменты. Имбирный соус. И шарики из творожного сыра и зелени. Наш сыр с благородной плесенью. Будем его рвать на крупные сегменты. И посыпаем с вами землей из маслин и сушеной краснокочанной капустой. Друзья, наш ппшный салат готов. Всем приятного аппетита!